жилой дом для врачей. Чем заканчивается? Позором. И хорошо, что прокуратура вмешалась, признала, что его нельзя ни в коем случае запускать в эксплуатацию, и такое жилье, такие квартиры нельзя давать никому, ни врачам, ни детям-сиротам, ни жителям города, потому что там отваливаются обои, там грибок и так далее. Мы что, это не видим? Что было в Самойловке на школе, что было в Марксе на школе для ребят, занимающихся цирковым искусством Арт-Але, мы все это видели. Отдают подряд организации, которая на одном объекте косячила, на другом. Каждый раз говоришь, составьте списки, внесите в эти списки, основываясь на объективных претензиях. Организации не должны участвовать в торгах, не должны участвовать в государственных заказах.